Наследники реформации. Часть шестая. Меньший свет. Елена Уайт приехала в Австралию в декабре 1891 года. Во время путешествия Соединенных Штатов, а также по прибытии, ей было дано несколько видений. Некоторые из них касались работников австралийского издательства. В своих записях она отметила то, что ей было показано. Многие из этих указаний были адресованы казначею этого издательства Натаниэлу Фолкхеду. Фолкхед был энергичным деловым человеком и отличался великодушным характером. Однако к тому времени, когда он стал членом церкви адвентистов седьмого дня, он был также прекрасным руководителем тайных обществ. С течением времени Фолкхед все больше внимания уделял деятельности в своей ложе и все меньше оказывался вовлеченным в работу церкви. Некоторые из его товарищей были обеспокоены упадком его духовности и убеждали Натаниэла задуматься о своем жизненном пути. Но Фолкхед решительно отвергал любые подобные побуждения. Примерно в это же время Елен Уайт записала то, что было ей открыто. Но когда она решила отправить это письмо Фолкхеду, то услышала некий голос, советовавший ей не делать этого, потому что работники издательства еще не были готовы получить подобную весть. Год спустя в первой школе адвентистов седьмого дня в Австралии, находившейся в Мельбурне, заканчивался самый первый учебный семестр. На последних занятиях присутствовала Елена Уайт. Там она встретилась с Натаниэлом Фолкхедом и пригласила его к себе. Елена Уайт напомнила ему о привычке класть мелкие монеты в тарелку с церковными пожертвованиями, а крупные суммы фонды ложи. Она также сказала, что ей известно, что его называют достославным господином. И такое возвеличивание недопустимо. Уайт не критиковала масонов, но обратила внимание, как трудно христианину служить двум господам. Неожиданно она сделала движение рукой, которое сильно удивило Фолкхеда. «Знаете, что вы сейчас сделали? Вы только что изобразили тайный знак масонов, знак тамплиеров». Чуть позже она вновь сделала какое-то движение рукой. Внезапно Фолкхед смертельно побледнел. Знак, который она показала, был известен только руководителям масонов.
Его не могла знать ни одна женщина. Следующие 2 часа в душе Фолкеда шла сильнейшая борьба. Решение порвать с тайными ложами далось нелегко. Господь оказал мне великую честь, обратившись ко мне через Елену Уайт. Он открыл ей мою жизнь. Он назвал меня по имени. И я приму божественные указания. Этот случай прекрасно иллюстрирует действие пророческого дара в библейские времена и его действие сегодня. Во-первых, пророкам часто информация дается в видениях или в пророческих снах, которые позволяют им видеть людей и события за пределами человеческих возможностей. Во-вторых, Бог направляет их передать его весть тем людям, которым она адресована. Затем эти люди передают весть в устной, письменной или в какой-либо иной форме. По существу, пророк является Божьим глашатаем. Вот почему пророческий дар назван свидетельством Иисуса. Бог не диктует свою весть пророку. Дух Христа наполняет разум пророка своими мыслями. Пророк же подбирает слова, чтобы выразить мысли, полученные посредством видения или сна. Поэтому общая культура и образование играют важную роль в данном процессе. Некоторые библейские писатели заимствовали слова у своих предшественников, других пророков. Например, Лука выбирал отрывки из небогодухновенных исторических источников. Апостол Павел прибегал к светской поэзии, а Иуда и Иоанн приводили цитаты из неканонической книги Еноха. Однако, под руководством Духа Божьего, пророк получает вдохновение свыше, и весть становится Словом Божьим. Были пророки, свидетельства которых не вошли в канон Библии. Например, вести Нафана, Гада, Азарии, Деворы, Мариам, Агава, Силы и 4 дочерей Филиппа. Но это не умаляет их значимости или богодухновенности. Их ценность была обусловлена определенным местом и временем. В новозаветной церкви пророки также играли выдающуюся роль. Из книги «Деяний» яствует, что именно они положили начало миссионерской деятельности, подбирая на это служение достойных людей и направляя их в разные города и селения. В 1 послании к Коринфянам, в 14 главе, Павел говорит, что пророческий дар укрепляет церковь, назидает и утешает ее членов. В послании к Ефесянам, в 4 главе, Павел пишет, что пророки являются основной силой, установленной Христом в церкви, для приведения всех в единство, поскольку их советы помогают оградить от ложных учений. В 15 главе книги Деяний мы читаем о том, как пророки вновь утверждали верующих в истинном учении церкви во времена религиозных споров. Однако основное назначение пророка, согласно апостолу Павлу, направлять людей ко Христу и помогать им установить взаимоотношения со Спасителем. Чтобы помочь достигнуть указанной цели, Иисус предсказал через пророков Нового Завета, что пророческий дар будет и впредь проявляться в церкви. Свидетельство Иисуса не должно было иссякнуть на книге Откровения. Книга Иоиля и Откровения указывают на особую помощь дара пророчества церкви конца времени. Бог вновь откроет свою волю посредством видений и снов. Он будет вдохновлять вестников, так что провозглашенная ими весть сама станет руководить, увещевать и помогать церкви. А как Елена Уайт использовала этот дар пророчества в своем служении? Thank you.
1860 году она писала, что во время видения она оказалась в присутствии Иисуса и не осознавала, что она видит сцены, которые развертывались на земле, хотя она не могла видеть больше того, что показывал ей ангел. Иногда она видела будущие события, в других случаях ей открывались события из прошлого. Часто Елена Уайт не могла вспомнить содержание видения до тех пор, пока не начинала писать. Бывало, она ничего не могла вспомнить до тех пор, пока не встречалась с теми людьми, которых эти видения касались. Тогда она ясно и четко вспоминала данные ей указания, даже если с того момента прошло уже несколько лет. При передаче или описании видения я настолько же зависима от Господня Духа, как и при получении этого видения. Мне были показаны лица, которых я никогда раньше не видела. И несколько лет спустя, когда увидела, я сразу их узнала. В полночь я писала письма, которые затем пересекали весь континент и прибывали к адресату в самый кризисный момент, сохраняя дело Божие от великого бедствия. Крупный кризис в церкви адвентистов седьмого дня в первые 60 лет ее существования был связан с угрозой пантеизма. Пантеисты верят, что Бог не является великой личностью. Он – таинственная сущность, наполняющая собой всю природу. Он присутствует в деревьях, в цветах, в воздухе, в животных, но остается безличным, как силы тяжести или солнечные лучи. Это было принято как новая истина некоторыми церковными лидерами в Батл-Крике. Это ставило под угрозу само основание библейского взгляда на Бога. Доктор Джон Гарви Келлах руководил церковным медицинским учреждением в Батл-Крике. Его увлекла эта философия в начале 1880 года. В 1897 году он впервые обнародовал свои взгляды. На заседаниях Генеральной конференции в 1899 году, проходивших в церкви Южного Ланкастера, пантеистические идеи были вновь поддержаны несколькими церковными лидерами. В это время Елена Уайт находилась в Австралии, но испытала побуждение отправить почтой на эту конференцию несколько свидетельств. Одно из них называлось «Истинные отношения между Богом и природой». Природа не является Богом и никогда не была Богом. Голос природы свидетельствует о Боге, провозглашая Его славу. Но природа сама по себе не является Богом. Являясь творением Божьим, она несет на себе отпечаток Его силы. Итак, братья, что вы думаете? Время получения этих предостережений было весьма знаменательным. Они были написаны в Австралии примерно за 4 недели до начала конференции, но пришли к месту назначения в самый нужный момент. К тому времени пантеистическое учение распространилось в Батл-Крикском колледже и в санатории, которым управлял доктор Келлах. В феврале 1902 года огромный Батл-Крикский санаторий сгорел дотла. Требовалось новое здание. Доктору Келлогу предложили написать книгу о здоровье. Весь доход от ее продажи предполагалось использовать для восстановления санатория. Однако автора предупредили, чтобы он не включал в эту книгу никаких пантеистических идей. Но когда эта книга под названием «Живой храм» вышла в свет, стало ясно, что он не внял данной просьбе. В 1903 году церковные лидеры планировали встретиться на годичном совещании в Вашингтоне. Президент церкви Артур Даниэлс надеялся, что здесь не будет упоминаться о книге «Живой храм» или о пантеистических идеях Келлога.
Но сюда прибыл сам Келлах и его сторонники из Батл-Крика. Стало ясно, что конфронтации не избежать. Господа, мы нуждаемся в новом понимании Бога, и именно это открывает нам пантеизм. Он дает нам новый религиозный опыт. Нет, брат Келлах, я с вами не согласен. Я совершенно с вами не согласен. Аминь. Я думаю, что пантеизм разрушает веру. Вы хотите привести веру, нас к пониманию такого Бога, который совершенно не заботится? Мы Богу. Должны придерживаться старых церковных традиций. Нет, мы уже и так слишком долго их придерживались. А вы думаете, что это поможет процветанию нашей церкви? Нет, мы говорим совершенно не братья, об этом. Братья, пожалуй, нам следует перенести это собрание на другое время. Брат Даниэльс, видя такую напряженность, не рискнул призвать к голосованию. Церковь переживала кризис. Что делать? Я должна сказать нечто относительно новой книги «Живой храм». Будьте осторожны, поддерживая то или иное мнение, выраженное в этой книге относительно личности Бога. Когда Господь открыл мне суть дела, оказалось, что эти мнения не имеют его поддержки. Мне было представлено, что автор этой книги находится на неверном пути. Он потерял из виду отличительные истины для этого времени. Елен Уайт написала эти письма у себя дома, в Эмсхефене, штат Калифорния, и отправила их по почте за неделю до этих событий. Было это просто совпадением, что письма пришли именно в тот момент, когда были так необходимы? Даниэльс и многие другие уверены, что это не было случайностью. Никогда прежде вести Божьи не были столь необходимы, как именно в этот момент. И никогда прежде вести, переданные им своему народу, не были более насущными, чем те, которые вы нам прислали. Вы не можете себе представить, каким великим благословением для нас оказалось ваше письмо относительно живого храма. Оно пришло чрезвычайно вовремя, борьба была очень тяжелой. Но ваша весть пришла, и разногласия были улажены. Этот конфликт нес угрозу не просто организации или руководству. Опасность была значительно большей, потому что ставилось под вопрос само понимание характера и личности Бога. Вот почему Елен Уайт решила включить в две свои книги, которые как раз готовились к печати, некоторые материалы по данному сложному вопросу. В восьмом томе «Свидетельство для церкви» содержится более 80 страниц о Боге и природе, и об их взаимоотношениях. В книге «Служение исцеления» в разделе «Самое великое знание» она особо подчеркивает важность знания о Боге, управляющем всей Вселенной. Для Елены Уайт это всегда было крайне важным. Она постоянно стремилась в своих проповедях и книгах возвысить Иисуса и Его любовь. К сожалению, это не всегда разделяло церковь. Взять хотя бы церковь здесь, в Батл-Крике. Елена Уайт неоднократно предостерегала ее. Она обращалась со столькими предостережениями. Адвентисты седьмого дня начали свою работу в городе Мичиган в 1852 году, когда отставной морской капитан Джозеф Бейтс посетил эти места и занялся поисками самого честного человека в этом городе. Начальник почтового отделения Леонард Стюарт направил его к пресвитерианину Дэвиду Хьюиту. Бейтс убедил его в важности соблюдения седьмого дня субботы. Хьюит стал первым соблюдающим субботу адвентистом в Батл-Крике. В 1855 году издательство церкви переместилось из Рочестера в Батл-Крик. Вскоре было построено это небольшое двухэтажное деревянное здание. Здесь размещалось печатное оборудование. В течение следующих десятилетий ручной станок был заменен на паровой, а издательская деятельность быстро разрасталась. Одна за другой строились в Батл-Крике небольшие деревянные церкви, к
каждой больше своей предшественницы, чтобы вместить все возрастающее число верующих. Вот в этом втором здании в 1860 году молодая церковь приняла решение называться так – «Адвентисты седьмого дня», а к 1863 году выработала и организационные принципы. В 1866 году, в ответ на видение, данное Елене Уайт, церковь в Батл-Крике открыла свое первое медицинское учреждение. Его назвали «Западный институт реформы здоровья». Целью этого учреждения было не только лечить людей разумными лечебными средствами, но и научить их заботиться о себе так, чтобы предупредить болезнь. И вряд ли основатели этого заведения могли мечтать о том, что через несколько десятилетий, руководимое энергичным главным врачом доктором Джоном Келлогом, оно приобретет всемирное признание. В 1872 году в этом городе была открыта первая школа адвентистов седьмого дня. Она расположилась в том же небольшом двухэтажном здании, где когда-то находилось издательство. 7 лет спустя произошло посвящение храма Дайм, 4-й по счету адвентистской церкви в этом городе. Это внушительное кирпичное здание имело 3200 мест и очень подходило для проведения сессии генеральной конференции. За неполные 30 лет Батл-Крик стал адвентистской меккой. Здесь церковь предоставляла возможность для образования, работы и медицинского обслуживания, чего нельзя было найти где-либо в другом месте. Но Елена Уайт увидела надвигающуюся опасность, исходившую от столь интенсивной централизации. К сожалению, в течение последующих десятилетий все ее предостережения оставались без всякого внимания. К концу 90-х годов издательство «Ревью» и «Геральд» было самым большим во всем Мичигане, а расположившийся на холме санаторий, приобретший теперь всемирную известность, насчитывал около 1000 человек служебного персонала. Каждую субботу в храм Дайм собиралось более 2000 членов церкви и гостей. А тем временем из Австралии, где в 1890 году жила Елен Уайт, от нее приходили все новые и новые предостережения по поводу планов дальнейшего расширения. Она видела необходимость строить значительно меньшие учреждения, но в различных местах. Из видений, показанных ей, Елена Уайт также знала, что вскоре в мире произойдут большие изменения. В 1890 году она писала о бедах, грядущих со всех сторон, о затонувших тысячах кораблей и уничтожении военно-морского флота. Она говорила о том, что человеческие жизни будут миллионами приноситься в жертву. Смятение, столкновение и смерть будут неожиданно происходить на великих транспортных путях. Не забывайте, что в 1890 году мировая война была еще немыслима. Но вскоре ее слова исполнились с чрезвычайной точностью. Спустя 24 года в Первой мировой войне погибло 10 миллионов человек. И еще 40 миллионов во Второй мировой войне. Огромные потери несет человечество на великих транспортных путях и по сей день. На генеральной конференции в Батл-Крике в 1901 году были предприняты некоторые шаги к децентрализации церковной организации. Однако предостережения Елен Уайт относительно увлечения коммерческой деятельностью и несправедливой зарплаты в издательстве не были услышаны. В ноябре 1901 года руководству издательства была передана ужасная весть. Елен Уайт напомнила, что Бог основал это издательство, чтобы печатать свою истину. Но эта цель была забыта ради поисков коммерческой выгоды. Затем последовало предостережение. Я почти что боялась открыть ревью, чтобы не увидеть сообщение о том, что Бог очистил это издательство огнем. Если не произойдет преобразование, бедствие постигнет издательство, и мир будет знать о причине этого. Вскоре так и произошло. Ночью 30 декабря 1902 года главное здание издательства сгорело дотла.
Это случилось 10 месяцев спустя, после того, как пожар уничтожил знаменитый санаторий в Батл-Крике. Елена Уайт написала руководителям в Батл-Крике, выражая свою глубокую скорбь по поводу великого ущерба, причиненного церкви. Это печальное известие не было для меня неожиданностью, потому что ночью в видении я видела ангела с огненным мечом, простертым в сторону Батл-Крика. Как-то днем, когда у меня в руках была ручка, я потеряла сознание, и казалось, что этот огненный меч поворачивался то в одну, то в другую сторону. Бедствие следовало за бедствием, потому что Бог был обесчещен человеческими замыслами возвысить и прославить самих себя. В последующие месяцы церковь имела возможность серьезно задуматься об этих гибельных пожарах и их причине. Руководители издательства немедленно приняли решение впредь никогда не печатать коммерческую литературу. Было решено также перенести руководство церкви из Батл-Крика в Вашингтон. В библейские времена пророки, глашатаи Божии, передавали предупреждения народу Божьему и призывали их к покаянию. Такие вести никогда не пользовались популярностью, потому что часто наносили удар по эгоизму, гордости и любви к власти. В третьей главе книги Откровения Иисус написал одной из своих церквей: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». И сегодня он остается неизменным. Через свою вестницу Елен Уайт Господь также передавал предостережения и призывы к покаянию не только руководителям церкви, но и отдельным людям. Стивен Смит и его семья приняли адвентистскую весть в 1850 году. Они посещали богослужение вместе с другими соблюдающими субботу здесь, в Вашингтоне, в Нью-Хэмпшире. Однако вскоре Смит попал под влияние так называемого «нового света» и стал проповедовать совсем иные идеи. Он начал резко критиковать церковное руководство, и особенно Джеймса и Елену Уайт. Позже, в 1851 году, имя Смита пришлось вычеркнуть из церковных списков из-за его противоречивых взглядов и ожесточения. В течение следующих 30 лет он присоединялся то к одной, то к другой группировке, и, несмотря на то, что давались предостережения относительно небиблейского учения этих группировок, он не чувствовал нужды ни в каких советах. Однако Бог продолжал любить Стивена Смита и открыл Елене Уайт в видение его будущую жизнь. В конце 1850-х годов она написала ему и описала то, что ей было показано, и в конце обратилась с призывом вернуться к Богу. Получив это письмо, Смит пришел в ярость и заявил, что не нуждается в свидетельстве от Елены Уайт. Не прочитав письма, Смит спрятал его и забыл о его существовании и продолжал свою критику. Так проходили самые лучшие годы его жизни. В 1884 году в руки ему случайно попала церковная газета «Адвентистское обозрение» и «Субботний вестник». Взгляд его задержался на статье Елен Уайт. Прочитав ее, он был тронут содержавшейся там истиной. Последующие недели он продолжал читать номера этой газеты, а вскоре семья и друзья заметили перемену в отношении Смита к церкви и ее руководству. Год спустя Юджин Фарнсворт был приглашен проповедовать здесь, в своей родной церкви. Его старый знакомый Стивен Смит, которому было уже 78 лет, решил посетить это собрание. В субботу Фарнсворт проповедовал с этой кафедры о библейских пророчествах, говоривших о возникновении и развитии адвентистского движения. Проникновенные и уверенные слова Фарнсворта глубоко тронули Смита. Он неожиданно вспомнил о письме, которое получил от Елены Уайт много лет тому назад.
Найдя его, он прочитал о том, как сложится его жизнь, если он продолжит следовать своим путем. Предсказание исполнилось в точности. В следующую субботу Смит был в Вашингтонской церкви. Фарнсворт, который еще ничего не знал об этом опыте, приготовил проповедь о даре пророчества в Адвентистской церкви. Это письмо было написано Фарнсвортом Елене Уайт 15 июля 1885 года, сразу же после той проповеди. В нем говорится о том, что после проповеди Смит встал и поведал всему собранию о свидетельстве, которое получил более 25 лет тому назад и которое он не прочитал тогда, а сделал это только в предыдущий четверг. Фарнсворт приводит слова Смита. «Если бы я внял свидетельству, посланному мне Богом, то оно изменило бы все направление моей жизни, и я был бы совсем другим человеком. Любой честный человек должен признать, что эти свидетельства всегда ведут человека к Богу и к Библии». Какое сильное признание и раскаяние бывшего ревностного критика. Подобные свидетельства влияли как на отдельных людей, так и на всю церковь в целом. Возникает вопрос, какое отношение имеют богодухновенные труды Елены Уайт к Библии в современном мире? Заменяют ли они собой Священное Писание или просто дополняют его? Давайте последнее слово в этом вопросе предоставим самой Елене Уайт. Если бы вы сделали Слово Божие предметом своего изучения, то вам не нужны были бы эти свидетельства. Но так как вы пренебрегли знакомством с богодухновенной книгой, Бог стремится спасти вас простыми и ясными свидетельствами. Они не проливают новый свет, но живо запечатлевают в сердце уже открытые ранее истины. Поскольку Библии уделяется так мало внимания, Бог дал меньший свет, чтобы вести людей к большему свету.